Дорогие друзья, я рада приветствовать всех слушателей программы подготовки «Специалист по социальной работе». Программа подготовлена в соответствии с профессиональным стандартом, подготовлена мной, Звенчуковой Ольгой Николаевной. День социального работника у нас приурочен к принятию указа Петра I в 1701 году. Мне бы хотелось зачитать вам выдержку из этого указа. «В домовых святейшего патриарха богодельным нищим быть, больным и престарелым, которые не могут ходить для собирания милостыни, а для 10 человек больных быть в богодельне одному человеку здоровому, который бы за теми больными ходил и всякое вспоможение им чинил». Но социальная работа как профессия прошла очень долгий путь. И впервые именно как профессия была закреплена только лишь в 1991 году, когда в соответствии с решением Государственного комитета по труду и социальным вопросам в перечне профессий появились новые специальности. К ним относятся социальный работник, специалист по социальной работе и социальный педагог. Говоря о специалисте по социальной работе, нельзя не вспомнить и о том, что в рамках Международной организации Объединенных Наций также этот вопрос имеет огромное значение. И в рамках международного сотрудничества было дано определение социальной работы. В этом международном документе говорится о том, что профессиональная деятельность социальных работников способствует общественным изменениям, решению проблем человеческих взаимоотношений, содействует укреплению способности к функциональному существованию в обществе. Отдельно говорится о том, что принципы прав человека и социальной справедливости являются фундаментом социальной работы. Выбрав эту профессию, вы сможете реализовать свои профессиональные знания в таких областях и сферах, как диагностическая, социально-реабилитационная, социально-профилактическая, консультационная, организационно-координационная и ряде других сфер. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что социальная работа сегодня одна из самых комплексных профессий в Российской Федерации. Занимаясь в этой сфере, работая в этой сфере, вы должны обладать самыми разнообразными знаниями. Эти знания затрагивают и экономику, и политику, и право. Вам необходимо знать всевозможные этические нормы, этнические нормы, которые оказывают огромное влияние на развитие человека, восприятие мира. Социальный работник выполняет четко поставленные задачи, выполняет эти задачи в соответствии с теми стандартами, которые установлены в нашей стране, по четким правилам, по четким закономерностям. Сегодня социальные работники востребованы в государственных учреждениях Министерства внутренних дел, в юстиции, в реабилитационных центрах самого различного профиля. И этот список можно бесконечно продолжать. В этой профессии существует и ряд преимуществ. Это прежде всего постоянное общение с людьми. Это возможность получить и ощутить результат своего труда, увидеть его. Возможность получения смежной специальности, повышения квалификации. Основным инструментом деятельности специалиста в области социальной работы прежде всего является его личность, его внутренняя мотивация, личностные, профессиональные качества и коммуникативная компетентность. Выбирая эту профессию, специалист должен знать основные направления социальной политики Российской Федерации, основные социальные программы, действующие в нашей стране, являющиеся приоритетными, о человеческом поведении, о его развитии, о влиянии самых разнообразных факторов на процесс развития и восприятия человека обществом, о возрастных психологических особенностях разных категорий и разного круга лиц, об этнических особенностях восприятия, уметь взаимодействовать с людьми как со своими клиентами, так и со своими коллегами, сотрудниками смежных профессий. Специалист должен обладать навыками общения прежде всего. Изучая представляемый курс, вы получите возможность получить эти знания, получить эти навыки, научиться применять их в своей профессиональной деятельности. И в заключение,
Я бы от своего лица и от лица своих коллег желаю вам успешного прохождения представляемого курса и освоения своей профессии с новой точки зрения в рамках социальной сферы.